наверное, очень хорошо работает Бандера и Ярош, и все вместе с ними киевский режим по железным дорогам и нефтебазам Российской Федерации, не так ли? И как-то там все горит, подгорает, партизаны, наверное, очень активничают. Что будут с этим делать? Потому что видим, что это масштабируется не только прилетами дронов, которые, конечно, тоже посещают Белгородчину, Курщину и ряд вот таких областей, с которых ведется террор наших мирных городов, запускаются тушки, запускаются ракеты для обстрела Харькова, и не только. Возвращается война на территорию Российской Федерации, приходит ли осознание, что эта война уже там, уже рядом, уже с ними, и ночью, и днем? Нет, пока не приходит. Дело в том, что вот эти все, и Белгородская область, и прорывы в Подмосковье, в других городах, они не стали темами центральных каналов, они не стали темами ни федеральных, ни каких-либо еще медиа. А в России то, чего не сказано по Первому каналу Кати Андреевой, того не существует вообще. Понятно. Этой повестки нет. Вы знаете, мне очень понравилось рассуждение двух действительно известных аналитиков. Один из них Юрий Евгеньевич Федоров, военный аналитик. Его спросили сегодня. Очень странно, что мы слышим только о том, как идут бомбежки крупных городов. Ну, вот, например, Воронеж, да, где, как известно, была не украинская атака, а где, собственно, ракета сама упала и взорвалась. Так получилось, да? А это странно. Почему только в больших городах это происходит? А не происходит в маленьких поселках или в лесах, или в полях? Ракеты-то везде есть. Да-да. И мне очень понравился ответ. А потому что там скрыть невозможно. Они, конечно же, падают и в лесах, и в полях. В лесах их вообще никто не ищет. А разорвалось, не разорвалось, потом посмотрим. В полях там, может, и поищут. Но об этом не говорят. А вот когда это происходит в крупных городах, то приходится говорить и как-то объяснять все-таки, что происходит. Поэтому я на самом деле полагаю, что в России происходит очень много чего еще интересного. О чем мы с вами просто не знаем, хотя бы потому, что раз это возможно скрыть, ну, значит, не было. А на самом деле все это есть. Но, как говорится в Денискиных рассказах, в самом начале все тайное когда-то становится явным. И боюсь представить, что будет. Ну, ладно, мы можем многое представить. А вот когда это все равно рано или поздно дойдет до местных жителей, и все в один такой клубок свернется вместе с курицей, яйцами, кстати говоря, и другими недовольствами, оно же может и взорваться. Но я вот еще и, знаете, размышляю насчет взорваться в прямом смысле слова. Мы же с вами знаем, что Украина сейчас самая заминированная в мире страна. И очень много знакомых рассказывают, что творится в тех же самых Алышках, когда люди уехали оттуда и рассказывают, как плавают мины, и как их доносят до Черного моря и так далее. Что в Скадовске больше нет пляжа, и там просто все забетонировали, и вряд ли когда-нибудь там еще будет, потому что кругом мины. А ведь туда все время привозят и привозят новых жителей. Привозят новых жителей, такая типичная имперская политика затаскивания на оккупированных территорий людей из самых разных городов, так же, как в свое время была заселена Калининградская область, Кёнигсберг. И ведь взрываться на этих минах будут они. Будут они. И минами же никто не занимается этим разминированием, потому что мало ли как фишка ляжет, а людей уже перевезли. И вот, представляете, скоро будет потеплее. Вот в марте, в апреле всех потянет к морю. Раз мы уже вспомнили о временно оккупированных территориях Украины, а мы как раз никогда о них и не забываем, и наша главная цель их освободить. Наши правозащитники, в частности Павел Лисянский, не только лишь целая группа, провела такое исследование. Собственно, это все известно, и оно масштабируется Путиным, и он же ломать не строит, он умеет только ломать, а если он что-то строит, то это касается только войны, военных объектов, военной логистики. Ну, он же живет ради войны и этими же
живется, хотя даже не признает, что воюет, защищается от кого-то постоянно. Так вот, они пришли к сведению, что Путин фактически строит на временно оккупированных, незаконно аннексированных им территориях нашей украинской земли Путиностан, такой СРСР 2.0, и там есть две цели. Это военные объекты, военные полигоны и, конечно же, для обеспечения вот этих всех строящихся структур, логистика, железные дороги и больше ничего. Но мы видим это по Мариуполю и многим другим городам, стертым просто дотла, и потом там ничего, для какой-то картинки пропагандистской, да, чтобы двойник Путина или он приехал, посмотрели. Когда он это все делает, он рассчитывает на что? Что он действительно там будет навсегда, как в Херсоне уже побывал? Ну, я, во-первых, хочу с вами категорически не согласиться. Не только инфраструктура и военные объекты. Еще 38 тюрем. А, да, простите, а я об этом не упомянула. Знаете, российский бюджет все-таки не жалеет ничего для оккупированных территорий. Ничего, да. 38 тюрем – важнейшие инфраструктурные и городские объекты. Это прежде всего то, что нужно жителям оккупированных территорий. Безусловно, тюрьма все-таки. Согласитесь, зачем вам больницы, детские сады и школы? Нет, это лишнее. Есть вещи поважнее, безусловно. Во-первых. Во-вторых, ну, конечно... Ну, Путин, во-первых, про себя знает самое главное то, что мы с вами должны усвоить в конце концов, что Путин навечно, он навсегда, и он никогда не умрет, безусловно. Он это знает и внушает своему окружению, внушает россиянам, что без него, конечно, ну, во-первых, этого не может быть. А во-вторых, уж если вдруг такое страшное себе представить, то без него, конечно, все развалится. Но кроме, конечно, вот этого прочного русского мира, который он построил на века. На века. И тут надо сделать какую-то, набить себе татуху, да, что вот русский мир на века, чтобы не забыть. А то это кончится там через пару лет все. И надо как-то все-таки не забыть, что это было вот на века. Мы помним чудесный херсонский плакат, что Россия здесь навечно. Да, получила только первую часть названия нашего города получил там Путин, да. Да. Простите. Да, ну, но нет, это же реальность. Из города букв не выкинешь, да, ничего не поделаешь. Поэтому, да, вот это надо не забыть. Навечно так навечно. Я не знаю просто, сколько это в граммах вечность, путинская вечность. Мы, знаете что, мы все его переживем. Я думаю, что это сейчас просто обязанность каждого человека, обязанность просто вот выздороветь, выстоять, пить витамины, делать пробежки, как-то крепиться, помогать ближнему своему. И очень важно пережить Путина, чтобы своими глазами увидеть мир без Путина. Мне кажется, это так важно и так полезно каждому организму посмотреть на мир без Путина, что вот я призываю просто всех и каждого как-то вот крепиться, жить долго, быть здоровенькими, по возможности счастливым и увидеть. И увидят новый прекрасный мир без Путина, вот который сразу после вечности. И даже не так, как Париж, увидеть и умереть, а наоборот, продолжить жить еще более счастливо. Мне кажется, тогда многие хвори просто излечатся сами собой от эффекта радости.